очень такая добрая, позитивная. Да, может, чего не хватает в последнее время, что ли. И вот, и какой-то, да, такой заряд, ну, действительно, каких-то положительных эмоций. Да, вот, и смысл, я так даже подумал, ну, я сам кришнаит, вот, что прям вообще соответствует, ну, такой, действительно, ну, философии, да, что там о счастье, о любви, там, о смысле жизни, ну, какие-то, я даже так подумал бы прочитать бы текст еще, вот, что очень глубоко, даже как-то так сразу не осознал, вот, ну, спасибо, очень, очень так вдохновляет, ну, что действительно жить дальше, как-то, что что-то есть в этом мире светлое, доброе, что-то, просто это надо как-то искать, и, вот, ну, как-то побольше бы такого, да, чтобы пропитываться таким, и как-то, чтобы от какого-то пессимизма переходить вот в оптимизм, да.